20 раз на каждую ногу, то есть всего 40 раз. Считаем. Раз, два, три. Выпады, отжимания, упражнения на взрывную силу, приседания. Для этого не нужен спортзал. Все упражнения ребята выполняют на улице с использованием собственного веса или тренажеров. Проект называется «Свободные тренировки». Опять же, он базируется на базе Одинцовского молодежного центра. Значит, тренировки для всех желающих. Так получается, что у нас основной наш контингент – это ребята до 18. На открытой воркаут-площадке тренировки проводят по вторникам, четвергам и пятницам. Ребята готовятся к сдаче ГТО, учатся новым элементам. 13-летняя Аня хорошо отжимается. Спорт отлично мотивирует, признается девочка. Я занимаюсь здесь уже 3 года. Здесь очень весело, хорошо тренируют, все дружелюбные. Близкие юных атлетов просто в восторге. На тренировку как на праздник. У организаторов получилось заинтересовать ребят, говорят родители. В остальное время занимается ребенок смешанными единоборствами. И в прошлую переаттестацию осенью, то есть вот вместе с Сергеем, с другом, они были на переаттестации одни из лучших. Тренер по ММА сказал: ого, ничего себе, вот это физподготовка. Проекту «Живут спортом» уже более 3 лет. Команда продолжает расти. Присоединяйтесь и вы. Записаться на бесплатные тренировки можно в группе ВКонтакте. Быть здоровым, сильным и подтянутым сегодня в тренде. Очень важно найти себя в спорте, поэтому пусть ребята не боятся, пусть ребята пробуют. Там многие, да, там родители зачастую, там и мне, честно говоря, тоже это говорили, что там мужи, выбери свое. А я вот был в поиске. Соответственно, нашел свое, то, что мне интересно, тем я и занимаюсь, поэтому пусть ребята не боятся, пусть экспериментируют, находят свой вид спорта и там достигают успехов. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».